Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дарил Виндзер. Я снова вернул старый микрофон. Ну, погромче будет, получше, как говорится. В общем, мы заново, полностью только в этот раз пройдем эту игру. Чисто для галочки. Учитывая, что там много плохих отзывов, то, что сломали атмосферу игры. Что еще? Вся вот эта таинственность пропала. Усложнили бои с монстрами. Ну, не знаю, я сложности особо не ощутил на стриме. Так уж чуть-чуть стало тяжелее. Просто таскать туда-сюда все надо, а не кристаллики собирать в первую очередь. Но все равно это лучше, чем ничего. Буду для себя кое-что переводить, чтобы был понятен сюжет. Вот. Звуки я здесь настроил под себя, слишком громкие. Русский язык так и не завезли. Так, стоп. Управление у нас Е действует. Tab. Журнал. Задание. Там карта. I инвентарь. Shift это back. Начнем. Так, сокращение памяти оставляет потенциальное повреждение тела и разума. Мартин, 1756 год.
Среди них наиболее смертоносным является потеря собственного имени. Тем не менее, тело помнит. Так, Жан-Пьер Дюбуа. Какие золотые слова. Воспоминания. Сновидения опасны. Иметь достаточно надежды, чтобы выжить, это все, что нужно. Вот это хлопануло. Это двери по-любому были. Мы же в башню вроде шли по сюжету. Так, я должен понять, прежде чем я сжег место, которое любил. А, я должен был понять. Так, меня тошнит. Почему эти люди перестали меня преследовать? Задание «Башня начала» обновлено. Жители, предметы и оборудование. Так, ходим, кликаем, бегаем. Ага. Задание. Так, это карты у нас на 7 этажей. Мы сейчас находимся в главном, центральном входе. Башни. Центральная дверь башни написана. Ну, передняя дверь башни. Во. Задание. Башня начала. Так, я прошел весь путь сюда, следуя... Ну, точнее, прошел весь путь сюда, следуя в поисках имени Виктор. Оглядитесь вокруг и найдите больше информации о Викторе. Ясно. Резиденты. Резиденты. Ну, в резидент я поиграю, конечно, но это не резиденты. Это жители. Неизвестное... Нет, точнее, безымянное существо. Существо очень высокое и крупное. Из головы торчит пара рогов. Все тело покрыто швами. Отчасти тел, отдельные его части, ну точнее, ну понятно, короче, отдельные его части имеют разные оттенки кожи, да. Все для существа новое. Неферы-боссы. Угу. Ясно, пошли. Сохранения со стрима остались. Так, что тут? 7 этаж. Чего? Стерт. Как понять стерт? Так, это у нас коридор. Центральный, передний коридор. Подобрать. Я пришел в нужное место. Кажется, у меня есть. Виктор, кто это? Кто ты, точнее? Так, дополнительное задание. Ой, еще предметы же есть. Я забыл. Сейчас, задание гляну. Что это за дополнительное задание? Я следовал за именем Виктор и прибыл сюда. Давайте соберем все, что касается Виктора Франкенштейна. Ну ладно. Договорились. Предметы. Я же читал, там обновлено. Предметы. Журнал Виктора, страница 2. Так. Это квестовый предмет. Журнал Неппи и Неферы. Неппи получают новую жизненную силу, поедая воспоминания. Воспоминания. Существа, появившиеся в результате этой новой жизненной силы, называются Неппи. А, Неферы. Вот Неппи, блин, путаюсь. Интересно, как им удается обрести новую жизненную силу? Есть предполагаемая разница между каждой поглощенной памятью. Мне нужно больше информации. Говорят, что эта башня содержит много информации о Неппи и Неферах, полученное в результате изучения паломниками. Я должен
поискать на другом этаже. Страница 15. Экспериментальный журнал эксперимента или экспериментальный журнал, не знаю как правильно. Сила воли и эмоции вместе с опытом, накопленным в течение жизни, составляют человека. Составляют, не знаю как правильно. Среди них только сила воли и эмоции находится под моим контролем. Однако мне не удается измерить правильные пропорции. Я могу вызвать те же самые сбои, что и раньше. Так, поскольку это может быть последний эксперимент, я должен действовать с максимальной осторожностью. А куда все пропало? Я случайно переключил. Это фрагменты памяти. Предметы. Так, цветок черепа. Цветок лабиринта в высохшей форме скелета. Когда его держат, тело кажется очень странным и намеревается яростно бежать. Кажется, даже Неппи избегает его. Или этого, не знаю, как правильно. Так, в кавычках написано. Так. Я чувствую некоторую тревогу. Так, увеличить скорость передвижения. Это что вообще? Это оборудование. Можно надеть. Так, дальше пошли. Так, ты вернулся. Что это значит? Ты Виктор? Да. Скорее внутрь. Тебе нужно вернуться в то место, где ты сделал свой первый вздох. Стой, подожди. Вырубился. Жизнь подобна лодке в открытом море. Поскольку ветра непредсказуемы, пункт назначения неизвестен. Прям как сейчас. Такой звук, как будто часы тикали. Или меня так тащили. Башня начала. Я не то открыл. Я задание хотел открыть. Так. Троица. Знакомая троица с раннего доступа. Видишь, я же тебе говорил, что это не то место. Мы никогда не должны были сюда приходить. Я потеряла... Стоп. Ну да, все правильно. Я даже потерял свою сумку. Почему ты говоришь такое? Всегда можно получить что-то. Это было болезненное путешествие, и теперь мы потеряли наши сумки. Мы не можем выбраться, и ничего... Чего? Не выиграли? И ничего не можем сделать. О чем же ты говоришь? Ты уверена, что мы не сможем выбраться? Чертов придурок! Ведёшь себя так уравновешенно, как будто все контролируешь. Успокойся, Джастин. Эл, похоже, что я могу успокоиться. Даже путь, по которому мы пришли сюда, был заблокирован. Нет даже запаха людей, которые когда-то здесь жили. Признака, скорее всего, не запаха. Ну, такой перевод, ладно. Мы все здесь умрем. Эй, большой парень, вместо того, чтобы смотреть, может, поможешь от них избавиться? Кого? Ты своих друзей хочешь убить?
Мои руки в таком ужасном состоянии благодаря тебе. Так что тебе придется сделать это за меня. Но не говори так. Что ж, это правда. Что ж. Давайте просто концентрируемся на безопасном подъеме. Хорошо? Давай постарайся. Ты должен быть достоин своего размера. Что происходит? Они меня обсирают или что? Так, новое задание, новая информация. Так, ненадежная компания? Даже нет, неудобная компания. Так, присоединился к группе проживающих здесь жителей. Идти с людьми, которых я даже не знаю. Наверх. Так, это коренные жители, которые здесь жили. А ты уверен, что они здесь жили? Они вроде сюда зашли и выйти не могут. Так, они сказали, что сейчас в ловушке и не могут покинуть башню. Они, кажется, они относятся ко мне с подозрением, но у них нет намерения атаковать меня. Я думаю, мы можем помочь друг другу. Так, резиденты. Резиденты. Жители. Но! Хорошо сложенный мужчина в очках. Он смотрит так, словно его глаза, его холодные глаза смотрят сквозь людей. Его спокойный низкий голос. У него спокойный низкий и глубокий голос. Это, наверное, дополнительная информация, которая пока не открыта. Джастин Бибер. Невысокая пухленькая женщина. Ее карие глаза выглядят умными и решительными. У нее быстрый плавный голос, который приятно разносится, как птичье чириканье. Ее руки грубы от мозолей. Так, тут тоже ничего. Эл. Он похож на девушку сейчас. А, на парня похож, точнее. Как ни крути, и по лицу здесь похож. Мальчик с худощавыми глазами, худощавым телосложением и глазами, полными любопытства. Как будто очарованный всем, он кажется полон решимости уловить каждую деталь, оглядываясь вокруг. Он как бы записывает все, что видит и слышит. У него описания нет, кстати, только одно. Ладно. Предметы. Так, стоп. Ничего тут нет. С вами можем поговорить? Да. А, нет. Я не с ней говорю. Я картину осматриваю. Так. Картина порвана, как будто ее... Бляха. Неправильно прочитал, короче. Картина разорвана, как будто ее кто-то... царапнул когтями, что ли? Как это правильно сказать? Порезал когтями. Так, поговорить с ним. Мы будем в порядке, как только избавимся от них. От кого вы хотите избавиться? Скажите мне, пожалуйста. Ну, с тобой давай поговорю. Не стоит там, как труп, избавься от них. От кого? Я никого здесь не вижу. Ну, хоть ты что-то нормально скажешь? Поговорить о потерянной сумке. Куда делась моя сумка? Это важно. Большой парень, ты поможешь мне найти мою сумку? Это мешок полной одежды. Если ты найдешь его, то сообщи мне, пожалуйста. Хорошо. Задание появилось дополнительное. Так, поговорить с ней. Мы должны поторопиться. Путь, который мы выбрали, здесь стал одержимым. Ладно, что тут? Это что такое?
Карта первого этажа. Кролик. А, я не то переводил. Это кролик порванный, как будто его с яростью этот кидали с яростью, короче. А вот это я не читал. Во. Он был разорван, как будто его кто-то поцарапал. Ну, я так и перевел. Но я перевел, ну точнее, сказал от себя, в принципе. Вот сюда поставлю. Так, что еще сохраниться надо? Старые сохранки остались. Со стрима. О. Искоренении нефера. Иногда его тревога будет проникать в окружающих людей. Как интересно. Это приватная комната. Кстати, по карте, что у нас там? Желтые места — это там, где мы были, я так понял. Красные — это там, где мы находимся. Серые — это там, где нас нет. Блин, прям под музон какой-то сказал. Там, где нас нет. Есть холодный снег. Там, где нас нет. Так, значит, по порядку смотрим. Что тут есть? Тут есть приватная библиотека, библиотека, комната отдыха, столовая, кладовая, кухня. Очень много коридоров, северных, южных, центральных. Главный зал есть. Мы в северном зале, есть южный зал. Кабинет управления есть, приватная комната, офис. Лестница. Арт-хранилище какое-то есть. Галерейный коридор. Коридор галерейный есть. И еще есть черный выход. Ну, задняя дверь башни, задний коридор. Задний дверной коридор. Я не знаю, как это перевести. Как-то так, да. А что, кстати, по зданиям? Ну, в смысле... Про сумку. Найти сумку. Потерянную сумку Джастин. Понял. Здесь тоже ничего. Ладно. Здесь когда-то лежало ружье. Портрет молодой женщины. Кстати, на картине видите этот? Парень демона душит. Вот. Над моим персонажем. Спящие. Вот это... Неппи, если кому не известно. Вот эти овечки. Она что-то ест. Некролог члена ассоциации охотников. Все о неферах. 11-е издание. Публикация ассоциации охотников. Новостная газета Ассоциация охотников. Тут больше ничего нет? Посмотреть. Кстати, дверь открывается, нет? Нет. Ну нет, так нет. Смотри, какие цветы, а. Так, охотники за неферами. Это люди, профессионально занимающиеся проблемами с неферами. Они проходят обучение по искоренению неферов в молодом возрасте и носят с собой различные оружия и цветы из лабиринта. А у меня цветок из лабиринта есть, но он высохший, как скелет. Так, что-то... Ага, что-то красное. Задание, наверное. Сейчас я вот этот отнесу. Почему правый shift нельзя использовать для бега? Неудобно же. Так, пожалуйста, сообщайте о любой полученной информации о рынках фрагментов памяти Ассоциации охотников. То есть они будут скупать еще память, чтобы помогать другим людям. Это кабинет у нас этого управления, да. Поскольку мертвые листья увядшего цветка лабиринта выглядят как человеческий череп, его также называют тузом черепа. Да уж. Так, Джастин одолжила молоток, Хан одолжила метлу. Ага.
Нарисованная от руки карта, почерк отличается от других бумаг. Пила лежит. Все письма адресованы разным людям. Ну там на разные имена написано. Я, если бы я переводил так. Все письма адресованы на разные имена. Но мне переводчик выдал на разным людям, короче. Ладно, тут все. Что еще сделать можно? Тут коридор разный есть. Я пока задание сюжета вон то не хочу делать. Мы с ним поговорили, мы все это сделали. Мы можем сейчас по другим коридорам пройтись. Кстати, вот... Вот этих надо, получается, ставить прямо на традиционные стулья. Да, тут ничего нет. Обычно, если что-то валяется, там просвет идет особый. Да? Да, пропало. Так. Тут какой-то предмет стоит, но подобрать нельзя. Ключ Алекса надо. Есть непонятный каракуль, нарисованный ребенком. Здесь, точнее, наверное, было написано. Ладно. Ну, наверх еще можно, наверное, сходить, да? Кое-где остались маленькие отпечатки рук. Это зал. Главный, скорее всего, да? А, вон у меня нижние эти подсветились. Как его? Коридоры. Ну, как комнаты и коридор еще. Я сейчас в центральном коридоре. Иду наверх в... Это что за комната уж? Южный зал, да. Тут ничего не валяется, да? Прочитать нельзя. Ага, враги бегают. Так, тут ничего? Ага. Рваные мягкие игрушки лежат друг на дружке. Купи один гроб по цене двух. А, купи один гроб и получи два бесплатно. Похоронное бюро Эванса. Неферы, не берите больше. Ассоциация охотников. Это, походу, угроза какая-то была, да? Неферам. Мы, кстати, здесь были. Да, мы с Виктором Франкенштейном встретились. Ладно, пошли по заданию. Тут уже нечего сделать. Можешь сохраниться, конечно. Хотя, что я сделал за эту сохранку? Ну, максимум куклу поставил на место. И все. Погнали. Взять это. Или убрать это. Не знаю, как правильно. Я не могу сделать это. Что ж, тогда мы действительно здесь все умрем. Съеденные, голодные. Интересно, что случилось с остальными? А вот тебе и ответ. Они реально здесь. Это Нефер, бежим! Ах, куда они пошли? Что мы можем сделать? Что нам делать? А, это я говорил. Мы ничего не можем сделать. Но ты можешь нам помочь, верно? Я? Ты... Можешь сразиться с Нефером. Но я... А, я не могу этот, сразиться с Нефером, но я думаю, ты сможешь. Что, что я должен сделать? Все просто. Музыка зачетная. Смотри, как Амазон. Сразиться с этой штукой и добыть фрагмент воспоминаний. Это просто. Ты поможешь, правда? Фрагмент воспоминаний. Тебе нужно войти и сразиться с этой штукой.
ты можешь сделать это. О, так, задания обновились. Наверное. Нет, ничего не обновилось. Все как было, так и осталось. А что же оно высветилось тогда? Это мне подойти же надо, правильно? Ой, не соскучусь от игры. Так, это его жизнь. Ага, кролик. Они, наверное, будут рандомно мне появляться. Мне надо будет ждать, пока новый появится, правильно? Раньше я ждал вот эти кристаллы, чтобы убить противника. А сейчас я жду кроликов, чтобы посадить их за стол. Весело. Ага, вижу. Ага. Еще одного надо. Опыт набирается. Игры. Боссы будут, будет сложнее намного, я думаю. Я помню, мучился на раннем доступе. Наверху, блин, нет, нет, далеко. Мне хана. Хо, успел. Да ладно. Вот это шедевр. Вот это я понимаю. Там навыки. Видал? Так. Он на твоем попечении. Да. Но не так ли? Давайте поладим. Он ничего не говорит. Так, он не разговаривает с тех пор, как его родители попали в автокатастрофу. Я вижу. Не беспокойся, я позабочусь о нем. Спасибо тебе. Это первое воспоминание наше. Причем какое-то темное, что ли. Неужели это плохое воспоминание? Видишь, легко, правда? Я знал, что ты сможешь это сделать. С него... Когда он исчез, с него что-то выпало. Это фрагмент памяти. Памяти? Фрагмент памяти? Мы должны двигаться, здесь уже небезопасно. Мы должны найти Джастин и Ноа. Если найдешь их, отправь в кабинет управления. Я буду ждать вас там. Хорошо. Хорошо. Так, а здесь проход открыли, здесь, наверное, что-то есть? Там лестница нарисована была. А, закрыта, блин. Ну, вот здесь смысле нарисован, видишь? Висит вот табличка. Так, этот убежал сюда. Давай будем искать по одной, по каждому коридору, по одной из комнат. А вот она, кстати, Джастин. Поговорить с ней. Ага, напугали. Пусти меня! Не трогай меня! Я невкусная! Джастин! Ах, это ты! Извини. Я была так... я не привыкла к тебе, когда... Даже с того момента, когда мы встретились впервые. Просто не могу поверить, что это снова ты. Нет, я неправильно перевел, скорее всего. Ладно, хрен с ним. Скорее всего, она просто не привыкла к его облику. Все хорошо. Я уже привык к этому. Эх, нет, прости меня. Где, говоришь, Эл сказал встретиться? Погоди, я же тебе ничего про Эл не говорил. Нет, ну тут реально, смотри, сей слово. То есть сказал Эл. Точнее, нет. Где, говоришь,
Эл говорит встретиться. Эл сказал тебе. Ну блин, это нелогично. Она должна была спросить, а где Эл? И все. А я бы сказал, вот в кабинете управления. Вот так логично. А тут получается, как будто она экстрасенс. Она уже этот... Она мои мысли читает, типа... Это бред. Это бред. Я думаю, он сказал в кабинете управления. Ах, да, правда. Увидимся там. Странно. Все-таки странно. Так, что-то новое. Неферы... Неферы презирают цветы лабиринта. Голубые цветы, значит, да? Это потому, что они пытаются успокоить неферов от своего состояния беспокойства и безрассудства. Не знал, не знал. Век живи, век учись. Так, сначала сюда сгоняем. О, здравствуйте. Еще один бой. Неплохое начало. Я думаю. Че тут, тоже на стуле рассаживать надо кроликов? О, а тут уже все есть. Так. Этих надо, да, этих надо на традиционные стулья посадить. Ох, успел, смотри, ах, задел все-таки, ну ладно. Бляха, как больно-то, а? У меня полтора сердечка остался. Мне хана, да? Да, блин. А ведь почти, почти. Ладно, я теперь знаю, что надо делать. Успел. Задел, но успел. Что ж так серьезно-то? Тут, короче, застревает очень легко персонаж. Сейчас побежит, да? Ага. Хватай! Ложи! Как все напряжно-то, а? Повезло. Повезло. Ух. Ух, с второй попытки. Да. Так, счетчик воспоминаний. Это точно не новый, это кто-то другой. Алекс, а почему нам не перестать ловить неферов и не жить где-нибудь в лесу? Тогда, проснувшись утром, мы увидим яркое небо и высокие горы. Должны ли мы искать это место после того, как закончим все это? Есть ли поблизости старые башни? Башня? Но нам просто нужно найти место для нас двоих. С древних времен считалось, что дома должны быть большими. Таким образом, там могут весело провести время все вместе. А, но я думал только о нас двоих, счастливо живущих вместе. Ты забыл, что я за человек? Правда, ты всегда была такой. За это я и полюбил тебя с первого взгляда. Вот ты так говоришь, как будто Нефер снова забрал все твои навыки флирта. Так, ладно. Это кто? Кстати, я в воспоминания не заглядывал, не смотрел. То, что подобрал. Вот, фрагмент памяти.
Темный фрагмент темных воспоминаний Ноа. Что-то написано. Фрагмент памяти, который похож на отчаяние. Он содержит память о Ное. Какими бы безнадежными ни не были воспоминания, они привели меня туда, где я нахожусь сегодня. А это что? Теплый фрагмент памяти Алекса. Так, фрагмент памяти, от которого ощущается тепло. Он содержит память Алекса. Люди выживают в этом болезненном мире, помня хорошие воспоминания. Ясно. Тут больше ничего нет? Нет, походу нет. Здесь нету Ноа. Пошли дальше. А здесь проход открылся, нет? Нет. Ну, остается только одно место. Начало. Ну, вход главный. Ну, я был прав. Здравствуйте. Ты здесь? Ты в безопасности? Ты охотишься? Нет. А, да. Точнее, ах, да. У тебя есть квитанция, которую я тебе дал, верно? Квитанция? Я дал ее тебе. Я дал это тебе. Небольшой лист бумаги. Ты потерял его? Тогда, когда я впервые тебя нашел, я лечил тебя. Твои раны были довольно серьезными. Ах, да, это также включено в оплату лечения моих рук. У меня нет этого, это важно? Конечно. Ты должен найти это, хорошо? Этот документ, точнее, квитанцию эту. Я поищу. Эл сказал встретиться в кабинете управления, правда? Да ты-то откуда знаешь? Второй человек знает. Я даже не спрашивал и не говорил тебе об этом. И не сообщал. Ну, блин, вот. Откуда они знают? Откуда? Я не понимаю. Чего? Я сейчас пойду. И квитанция. Найди ее, не забывай. Какой ты дотошный, а? Паренек. Так. А чё, задания обновились? Я чё-то не читал. А, до этого, видимо, надо было найти Джастина Ноа. Сейчас написано, Джастина Ноа найдены. Вернуться в кабинет управления. Ладно, пошли. Сохранить, кстати, надо тоже. Сейчас закончим. Тревога, типа, если неферов искоренять, они тревогу еще какое-то время для людей создают. Так. Как только что сказал Эл, давайте искать путь к лестнице через зал. Ах, ты здесь. О чем вы говорили? Поскольку путь к лестнице заблокирован, мы ищем другой путь. Есть другой способ? Эл, кажется, знает. Эл однозначно лучший. Как ожидался, Эл. Так. Здесь. Это ключ от зала. Я нашел его раньше. Мы можем подняться этим путем.
Это единственный способ. Если ты не понимаешь, то просто делай то, что мы говорим. Тогда ты будешь в безопасности. Ноа! Хорошо, хорошо. Да, давайте пойдем в зал. Да, ё-моё. А, ключ тут появился, нифига себе. Так. Полученный от Эл, который открывает зал первого этажа. На нем выиграны инициалы CH. Весело. Мне кажется, Эл это подставной челик, который этот специально заманивает куда-то поглубже. Вот тут что-то обновилось. По словам трех человек, есть еще один путь к лестнице, где можно использовать ключ L. Зачем вот задание это писать, если и так понятно, где его использовать? Тут же вон центральный, вот в центре карты, видишь, вот такой ромбичек. Это центральный коридор, который ведет справа в зал. Главный зал. Тут, блин, дурак даже догадается. Так, что это, бумага? А, о лечении. Почему ты спас меня? Вообще, я не хотел тебя спасать. Но Джастин потерял сознание при виде твоей крови. Эл думает, что ты выжил благодаря доброму сердцу. Эл думает? Да. Блин, он так удивился еще. Эл думает? Так, ну давайте в следующий раз продолжим. Там уже много времени ушло на это. Поболтаем с ними. Надо будет еще что сделать? Сумку найти. В зал попасть, сумку найти и узнать побольше о Викторе Франкенштейне. Да, может, еще записки найдем журнала Виктора Франкенштейна и воспоминания отрывки. Я, кстати, не пробовал воспоминания Ноа вернуть. Ну, в следующий раз посмотрим, что из этого выйдет. В общем. Да, благодарю всех, кто смотрел это видео. Какая приятная музыка, правда? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому это видео понравилось, пишите свои комментарии, я их люблю читать. С вами был Дэрил Виндер, всем пока.